Trece la Moldova merită mai mult și Bățu merită cel mai bun ce prezentăm noi astăzi pentru dumneavoastră. În considerație că Bălțu este capitala Nordului și aici locuiesc o mulțime de oameni cu caractere mari, puternice, urmași de-a lui Pușkin și Tolstoi, eu am pregătit pentru ei o cuvântare în limba lui Pușkin și a lui Tolstoi, pentru că și acești cetățeni merită vremuri mai bune și, dacă să perifrazăm, merită ce este mai bun. Din acest considerent voi trece la limba rusă să ne adresăm tuturor cetățenilor Republicii Moldova ca mesajul nostru a oamenilor buni să fie auzit și să fie clar pentru toată lumea. Bălți are viitor! Bălți are viitor! Bălți are viitor! Дорогие жители города Бельц, сегодня мы находимся в преддверии новых выборов. За последние 30 лет у всех жителей Республики Молдова, в том числе и у вас, и у жителей города Бельц, выборы ассоциируются с пиром во время чумы. Бесшабашные концерты, цирковые представления, различного рода лицедейства в это превратили все выборы на протяжении 30 лет. И все это происходило не для того, чтобы развеселить вас, а создать иллюзию, что мы начинаем жить хорошо, что жизнь удалась, и прикрыть неудачи 4-летнего правления любых мэров, парламентариев и бывших президентов Республики Молдова. И самое главное, многоуважаемые граждане, вы должны знать, что все эти лицедейства оплачивались из денег, украденных из бюджетов ваших городов, или из денег, которые планировали украсть из бюджетов наших же городов или же нашей страны. Но наступает первый день после выборов. Я его называю так называемый постэлекторальное похмелье. Артисты богатые уезжают, и мы остаемся в наших городах с малообразованными чиновниками, с вороватыми чиновниками, которые абсолютно нечестны на руки и продолжают воровать наши бюджеты. И у меня возникает вопрос, насколько мы можем продолжить терпение этого воровства в нашей стране? Ни на одну минуту. В продолжении идеи господина председателя парламента мы, ПАС, придумали так называемую вакцину антифурин. Мы всех провакцинируем в нашей Молдове. Поверьте мне. Граждане, вы должны знать точно наших героев, в кавычки. Вороватые политики всех уровней, на центральном уровне или на местной администрации, являются виновниками в нашей беде и нищете. Они украли наши деньги. Мы бедны, потому что они воровали и воруют до сих пор пока что наши деньги. Коррупционеры, политики-коррупционеры выгнали наших сестер, братьев и наших детей из Республики Молдова. Они являются основным врагом нашей стране. Долой коррупционеров! Благодаря им мы превратились в самую бедную и самую грустную страну в Европе. Потому что только у нас люди сидят престарелые и ждут, пока вернутся их дети домой. И проживают и призывают свои дни последние в жизни в полном одиночестве и в полной нищете. Они являются виноватыми. Коррупционеры, которые руководили нашей страной последние 30 лет. Антифурин поможет им и поможет нам спасти нашу страну.